Сегодня 13 апреля. Ровно 110 лет назад, 13 апреля 1910 года, самарский крестьянин по фамилии Бычков обратился в городскую управу с заявлением о выдаче ему на срок от 5 до 15 лет разрешения на установку в Самаре до 20 автоматических весов для взвешивания всех желающих. Оплата производилась путем опускания монеты в прорезь автомата. Утром 13 апреля 1961 года, после полета Юрия Гагарина, в Куйбышеве, так тогда называлась Самара, под руководством главного конструктора ракетной техники Сергея Королева прошло заседание Государственной комиссии. Там первый космонавт планеты рассказал о своем полете и ответил на вопросы. Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла, а в России сегодня празднуют День мецената и благотворителя. 13 апреля в разные годы появились на свет советский литературовед, филолог и академик Михаил Гаспаров, российский рок-музыкант и актер, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, российская фигуристка, чемпионка мира в танцах на льду Татьяна Навка и другие знаменитости. В народном календаре сегодня Ипатий Чудотворец. Этому святому молились о прибавлении семейства. Также у Ипатии просили об изгнании бесов и о защите от домовых. А в некоторых регионах нашей страны отмечали праздник, получивший название «Огнище». Это все, что мы успели вам рассказать о 13-м дне апреля. Всего вам самого наилучшего!